это из сайта ИСИКАС, и сегодня мы с Бзикеби. У нас здесь несколько вопросов для вас. Наш сайт приветствует вас, и мы хотим узнать, у вас вы чувствуете какие-то изменения после победы над Евровидением? Здравствуйте. Чуть не дать когда первый человек, когда чатает первый клип, первый сингл, беда. Когда мы с Галкой это толкнем, чуть мы уехали и Галкой. То есть после того, как после 2008 года они записали очень много песен, и у них очень много проектов, они очень популярны стали, и у них еще очень много большие планы. Вас интересует еще, что они увидели разницу на Евровидении? В своей жизни. В своей жизни очень много. Да, вы сказали, что они очень популярны, у них, не знаю, везде концерты, выступления. И... Так и далее, да? Да, Саве, мне очень нравится, что ты сказала, дети, что мы вечером шоу, вас камеры шоу, что вы шведка, там кажет популярно приготовить. То есть Евровидение научило их работать на публике с камерами, то есть опыт большой они получили, и, конечно, это очень. Как вы отметили, они выпустили много альбомов? Не альбом, а много песен. Много песен записали. А какую-либо часть из вашей песни сможете исполнить? There is our vision, our dream today. The sun makes me so happy. Even now, so you know, we can learn, we can drown. So baby, we're crazy. Now we know that it's true, beautiful of the world. Even now, so you know, we can learn, we can drown. Спасибо огромное за интервью. Вам удачи в личной жизни, а также в карьере. До свидания. Пока.